Всем привет! Меня зовут Иваненкова Алена, и я в Китае. Моя начала поездки уже не сдалось, я купила билет не в ту сторону. Мне нужно было купить билет из Смоленска в Москву, а я купила билет из Москвы в Смоленск. В Москве я пробыла пару часов, мне нужно было всего лишь забрать свой паспорт и рабочий документ. Какое мое счастье было, когда я узнала, что я лечу вместе с парнем с прошлой поездки, со Стасом. Мы как бы из одного агентства, но как бы из разных, то есть наши два агентства, они сотрудничают вместе, QL и Fans в Шанхае. Мы со Стасом впервые узнали, что такое онлайн-регистрация. Это реально очень удобно и очень быстро. Намного быстрее, чем стоять в этих очередях и приезжать за 3-4 часа до вылета. Ты можешь просто зарегистрироваться на сайте, распечатать билет уже в аэропорту и в специальном окошке просто сдать багаж. Там меньше очередь намного. Вообще без проблем. А еще, представляете, в Аэрофлоте можно выбирать тип питания. То есть ты заходишь на сайт, когда регистрируешься, и тебе предоставляют выбор в питании. Ты можешь выбрать вегетарианское меню, кошерное меню, меню с низким содержанием жира и вот прочее-прочее. По-моему, еще детское есть, я точно не помню. Так вот, я не успела выбрать себе питание, а вот Стас успел себе выбрать с низким содержанием жира. У тебя не сильно отличается. А? Ну, хотя нет, у тебя поди диетичный. Да. Так, я самый диетичный человек. Мы летели примерно 8 часов из Москвы до Шанхая. По прилету уже именно в Шанхае мы должны были сделать визу, называется порт-виза. То есть мы не сделали визу в России, мы делали ее прямо по прилету. И мой вам совет, если вы когда-нибудь столкнетесь с такой визой, что вам нужно будет ее делать, берите, пожалуйста, деньги в той валюте, в стране, в которой вы находитесь. Потому что даже если возьмете баксы, могут возникнуть проблемы. Вот у меня они возникли, потому что я взяла баксы, а у Стаса были юани. Он быстро расплатился и был свободен. А из-за того, что у меня были доллары, мне пришлось ждать служащего специального, которая пришла, взяла мои деньги, ходила их меняла. И только потом я смогла оплатить визу. Нас встретил водитель, и до апартаментов мы добрались примерно за час. Это было уже 2 часа ночи вчера. Меня встретили девочки из моего агентства, из моих апартаментов. Я попыталась разобрать вещи и просто вырубилась, потому что сил не было никаких. И, кстати, об апартаментах. Нас живет здесь 7 человек. 4 мальчика и 3 девочки. Они очень большие. И сейчас я вам их покажу. А это мой велосипед. Я его купила ровно год назад, когда была в Шанхае. А это наша замечательная просторная кухня и супер вместительный холодильник. Из окна у нас открывается роскошный вид на соседние дома, ну и живем мы рядом с метро. А это комната, в которой живу я и еще две девочки. Ну и вот здесь я сплю. У нас сейчас примерно 11:20, я разобрала оставшиеся вещи и решила пройтись по району погулять. И вот я сейчас так очень опасно делаю, потому что китайцы не соблюдают правила дорожного движения и меня просто могут сбить. Вот, например, чувак едет по тротуару. Класс!
Сегодня суббота, это хорошо. У меня еще сейчас 3 субботних кастинга. Это тоже очень хорошо. Едет искать себе пропитание. Я нашла тот супермаркет, он называется Кэрифур. И там есть нормальная еда человеческая. Да. Мой день, но так как в России плюс 5 часов, я думаю, у вас он еще не скоро закончится. Всем пока!